Здравствуйте, уважаемый зритель канала Центр Магнитол. Сегодня у нас в установке автомобиль Nissan Almera 2016 года выпуска. Хотелось показать, как установлена магнитола, и коротко рассказать о самом устройстве. В данном случае у нас установлена модель Unison 9A4. Это 4 гигабайта оперативной памяти, 64 накопительная. Так вот выглядит сама рамочка. Ставится она красиво, без зазорчиков, аккуратно все. Прям очень красиво. Дополнительно мы установили кнопки в руль, чтобы было удобно пользоваться самим устройством. Управление громкостью, переключение треков. Это у нас мьют, приглушение звука. Здесь кнопочки управления навигацией. Поднять, положить трубку. Стоп-пауза в плеере. Также дополнительно установлена камера заднего вида. Включается автоматически после включения задней передачи. Транслирует так. При желании можно включить линии заднего обратного хода. В целом все. Спасибо за внимание. Переезжайте к нам в установочный центр. Сделаем также качественно, красиво, аккуратно. Всем хорошего дня. До свидания.